Не за горами холода, а значит, подарить уют и тепло себе и близким – одна из главных задач. У вас есть прекрасная возможность согреть себя и свою семью, будь то дом, квартира или склад. С наступлением зимы как раз, кстати, будет приобретение тепловой пушки. Разновидности таких обогревателей три – это газовые, дизельные и электрические. Первые две отлично подойдут для обогрева гаража. С помощью электропушки можно с легкостью обеспечить теплом даже жилое помещение. А если замерзла машина, на помощь вам придет огромный выбор современных и многофункциональных обогревателей. Любители природы тоже смогут подобрать для себя интересные модели уже автономных печей. Приобретением такого гаджета отдых в палатке станет возможным и в зимнее время. Во время туризма, охоты или рыбалки такая чудо-печка обеспечит вас не только теплом, но и поможет приготовить горячую пищу. Так тепло, так вкусно, и работает это все от подключенного баллона с газом. Вашему вниманию также предоставляется широкий ассортимент мототехники и расходных материалов. Вы точно забудете, что такое некачественный ремонт. Внимательный персонал поможет подобрать товар, исходя из ваших потребностей и предпочтений. В нашем магазине постоянно проходят какие-нибудь акции, особенно в праздничные дни. Это перед Новым годом или на 23 февраля. Окружить себя теплом и полезными покупками поможет торговая сеть магазинов «Арсенал». Зарекомендовав себя на рынке, «Арсенал» обеспечивает своих покупателей надежной техникой, которая, в свою очередь, позволяет с минимальными материальными, временными и физическими затратами выполнить любые строительные работы. Виктор Соловьев, Сергей Бумагин, ЗапТВ.